Чё ты смеешься? Привет. Пип. Вкусно ты будешь. Ну что, уже в прямом эфире? Мы в эфире, ты подтягиваешься. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Не life, it's my life. На самом жизнерадостном и самом студенческом канале. Ну что-то мне кажется, что если такими темпами пойдет у нас обучение на этом Child Development, то что-то я, блин, все реже и реже буду улыбаться, выходя из колледжа. Что такое? Ну, мы сегодня, как она нас и предупреждалась, вы разговаривали о насилии в семье, о разных типах насилия, скажем, не только там в семье оно может быть, о сексуальном насилии, о физическом, об эмоциональном, о том, как родители могут пренебрегать родительскими обязанностями. Я испугался, думал, что что-то не так там у нас. Нет, нет. Она сегодня прям, короче, в начале класса предупредила, что кто себя чувствует там, типа, некомфортно по этой теме, типа, может, кому-то там какие-то болезненные воспоминания с детства. Она говорит, можете чувствовать себя свободными, даже вплоть до того, чтобы выходить на коридор. Типа, вот если мы дошли там до сексуального насилия, а вам плохо. Зашибись. За ошибки покиньте, она тебе скинула баллы, а тему можно и не изучать, как преподавателю, да? Логика железная. Это так учить? Нет, это другая учительница. А, другая? У этой у меня шрифт другой был, короче. Шрифт. Ну, понятно, да. Если учитель будет писать в левую сторону, то это плохо. А вот если он не сможет с насилием разобраться, то это скажет просто, ребята, у меня проблемы, я выйду из класса, а вы тут сами, да? Нет, ну, я думаю, она имела в виду, Сереж, ты неправильно понимаешь, когда вот начали делиться своими какими-то историями вот в этом плане. А что, если вдруг после этого станет? Да, я не думаю, что она дала нам разрешение выйти погулять 3 часа и вернуться к концу мероприятия. Я вот так понял, что пропустить лекцию. Вот. Ну, в общем, это тяжелая, конечно, тема. И она сказала, что, говорит, это очень тяжело, вы никогда не бываете к этому готовы. Все, потому что, ну, тяжело себе представить, вот, ну, получается, я могу работать с детками там 4-5 лет. И говорит, что это может коснуться, в принципе, детей. Это, об этом не хочется думать. Это не то, о чем ты предпочитаешь думать вечером, утром. Ты просто хочешь пропускать это где-то там, это может быть, но не коснется. Ну, нам рассказали полностью, она нам рассказала, и полностью мы прописали схематично, как нам поступить в ситуации. Вот если там бла-бла-бла, что-то случилось, как мы должны составить этот репорт, куда мы должны подать. Мы, как, ну, получается, все, кто берет этот класс, это либо будущие социальные работники, либо работники пресс-кур, либо школы с детьми до 10 лет, либо психологи, либо канцелеры в школе. В общем, мы все имеем право не обращаться за разрешением к вышестоящим органам, чтобы посылать этот репорт уже вот в эту структуру, которая полностью занимается разбирательством этого всего. Нам не надо идти, допустим, к директору и говорить, а вы знаете, тут такая ситуация. Просто сразу же отправляешь репорт и все. И потом она нам раздавала сценарии какие-то, мы прорабатывали их. Вот, допустим, мне достался сценарий ребенка, который пришел в школу, и я как учитель замечаю, что он не пошел кушать на ланч. Потом к концу дня я вижу, что ему и глотать как бы тяжело, разговаривать сложно. Я с ним вступаю в диалог, и оказывается, что у него уже несколько дней болят зубы. Я отвожу его к нашему медицинскому работнику, там, ну, в школе, в центре, тут уже как бы не обозначено, ну, это же все схематично, как бы. Медицинский работник говорит, что ему уже давно проблемы с зубами, что зубы, типа, там, не в порядке. Я связываюсь с родителями, и папа говорит, типа, ну, он говорит, так, ну, да, я в курсе, типа, а что я сделаю, если у нас нет медстраховки? Ну, и вот, типа, мне нужно было объяснить, что я буду делать дальше, как я буду помогать ребенку, буду ли я писать репорт именно вот в эту самую, скажем, верхнюю организацию, или мы будем на местном уровне разбираться, потому что есть ситуации, когда нужно понимать, что уже понимаешь, что вот прямо сегодня, прямо сейчас ты уже отослала репорт и начала дальше действовать. Есть ситуации, когда нужно начинать составлять дневник,
разговора с ребенком, через неделю опять делать, ну, проверять его, и потом посылать. Ну, в общем, все зависимо от ситуации. Ну, в общем, честно говоря, трехчасовую лекцию сложно как-то вот за 5 минут объяснить. Ну, очень разные процедуры. Но вообще она сказала, что, говорит, вы будете чувствовать, когда надо бежать, а когда вот еще можно подождать. Допустим, если ребенок пришел, и у него на нехарактерном месте, ну, нельзя, падая, допустим, вот здесь вот синяки по кругу сделать, да, говорит, нужно, но, говорит, ситуации же всякие бывают, нужно спросить у ребенка утром, типа, а там, а что случилось, в обед спросить, и все это уже записывать, потому что синяк это повод для того, чтобы... беспокоиться. Да, вот, допустим, на 10 часов он сказал, и надо обязательно слово в слово записывать, как он говорит, вот там в 12 он так сказал, в 2 часа, когда его пришли родители забирать, не подавая родителям вида, сказать, о, привет, там, типа, все хорошо, я заметила, там, ну, Джимми, типа, там, имеет синячок, а что случилось? Записать, потом пойти слово в слово их, и если уже истории, хоп, не совпали, то это уже для того, чтобы включаться по-серьезному в эту проблему. Но даже если история совпала, родители же могут научить ребенка и приказать говорить, что, да, то через неделю, играя с малышом, да, спросить, ну и как дела? Слушай, у тебя уже рука проходит, ты кажется, напомни мне, что там была за ситуация. Скорее всего, если это было сделано ребенку, ну, он не сможет рассказать, опять воссоздать эту историю. Вот. Опять же, через какое-то там, через вторую неделю, допустим, родителям сказать, а вы помните, как оно там, напомните мне, ну, короче, как-то вот так вот подойти, чтобы выяснить это все. Вот, ну и она рассказала историю, как она научилась и поняла, что лучше 10 раз послать репорт, чем один раз не послать его. У нее, ну типа скажем, Джимми и Том были мальчики в группе детей. Ну и вот, говорит, вечером она работала вот в такой системе, типа, где до 6 дети, ну как вот это у МСИ. До 6, говорит, мы убираем все, там уже ближе к 6, мы убираем все места, и он, говорит, выглядывает Джимми из-за этого, из-за мусорного бака. Все дети убирают, он убирает. И говорит, типа, называют ее по имени, говорит, я хочу вам секрет рассказать. Она говорит, ну, у нас это уборка, я говорю, конечно, расскажешь, давай, говорит, потом. Она говорит, ну, мне рассказывают каждый день секрет. Я пукнул, я обкакался, я описался, говорит, типа, мы... говорит, начали что-то делать, он потом опять подошел и сказал, я тебе хочу сказать секрет. Она говорит, ну, говорит, я уже села, типа, давай, рассказывай. Он, говорит, такой задумался, говорит, я тебе не расскажу. Она говорит, окей, давай другой раз. Через несколько дней это повторилась ситуация опять, что он хотел рассказать секрет. Она говорит, я присела возле него, говорю, ну, рассказывай, это серьезный секрет или не серьезный? Он такой говорит, ну, я пошутил, у меня нет никакого секрета. И ушел. Она говорит, я как бы эту ситуацию, она была тогда, ну, грубо говоря, молодая, неопытная, ну, нету секрета и хорошо, потому что она опять же говорит, типа, мне каждый день рассказывали, кто кого толкнул, кто там чего делал, кто там кого там гуськанул, еще что-то, ну, в общем, много секретов дети рассказывали. Через несколько дней она была на ланче и бежала, еще, обычно в классе же не один человек работает, бежала тот, кто, ну, выше по рангу ее, и говорит, как ты можешь есть ланч? Джимми, этот мальчик, который все пытался рассказать 5-летний секрет, склонял другого мальчика в группе к оральному сексу. Когда закрутилось это все, начались разговоры Джимми, что как, он ушел, ну, в себя, грубо говоря, ребенок, потому что на него много людей. Вот нам потом объясняли, что нельзя, типа, что случилось? Нужно, типа, ребенку, ну, чтобы он не замкнулся, нормально с ним разговаривать, без истерики, типа. В общем, пока они начали там какие-то вопросы, и тут получилось много людей с ним взаимодействовать. В общем, на следующий, когда его отдавали родителям, рассказали об этом родителям. Мне кажется, это была ошибка, об этом нельзя было говорить родителям. Но вот на мой взгляд, как бы я, может быть, не опытна, ну, я не может быть, я не опытна в этом. В общем, ребенок на следующий день не пришел в школу, ребенок и через 2 дня не пришел в школу. И когда уже они запустили этот процесс, они отправили репорты куда надо с этим, ну, со своим этим более высоким по рангу учителем. Но на тот момент, когда система сработала, оказалось, что уже семья Джимми покинула страну. Они были иммигранты, и они уехали.
Она говорит, да, сейчас, говорит, да, они, если будут возвращаться в страну, они сразу же поимеют проблемы, как только они сюда вернутся. Ну, скорее всего, они не вернутся. В семье у этого Джимми было 3 старших мальчика, и, честно сказать, тоже для меня непонятно как, почему они решили, что, скорее всего, и к этому его склонял старший брат. Почему-то сошлись на нем. Может быть, она нам все это рассказывая, упустила момент рассказать, что, может быть, малыш что-то успел сказать, что там, допустим, старший брат показывал или видел, как старший брат делал. Ну, в общем, ну вот он стал жертвой в семье, и дальше вот по ней было видно, что она эту ситуацию проживает каждый день, я думаю. И она сказала, говорит, поймите, говорит, что не каждый непосланный репорт, это чья-то судьба. Вот, и говорит, вам с этим жить, вам с этим спать и просыпаться. Мне прямо ее, конечно, и жалко было, потому что видно, что она переживает. Так я говорю, я, блин, психологически нездоровым человеком закончу этот, блин, курс, потому что такие потрясения постоянно. А, ну мы сегодня из приятного, сегодня с физруком делали, ну это тест, экзамен. Перекрыла нам дорогу просто и все, понимаешь? Потому что она девочка. Ну мы ж можем проехать спокойно, блин, она нам ее перекрыла. Я даже еще не... задом, блин, станет, передом вернее, к движению, еще пускай станет, блин. Главное, чтобы она туда не поехала, там же в одну сторону дорога, но выглядит, у нее колеса. Но она вот хочет там, типа всех объехать и туда поехать. Колеса у нее повернуты так, как будто она собирается ехать к нам навстречу. Нам бы туда проехать. Так, Катя, не надо махать руками на тетю. Она даже делает вид, что нас не видит или что, блин, подъехать к ней ближе. Ну. Зачем ты это сам? Проедет? Ну она должна понимать, что мы должны въехать. Что она стала поперек дороги? Ну елки-палки. Ну может она торопится куда-то. Зая, она не торопится, она не думает просто ни о ком. Понимаешь, она думает, что ей надо ехать, блин. Значит, она потом отработает свою карму. Так вот, тест у физрука прошел в легкой, непринужденной обстановке. Он мало того, что вопросы были, ну совсем типа там. Но он ничего не менял в формулировках, просто да, нет, да, нет. И главное еще и в этом он нашел несколько вопросов в середине теста, говорит, я думаю, вот эти вот вопросы сложные, и продиктовал нам ответ. Ну мы с Сахаром вообще парты так немножко подвинули друг друга, типа на всякий случай, ну нам так комфортнее. А на Women Study тоже мы сегодня принимали участие в голосовании. В чем мужчины и женщины, насколько, в чем они отличаются? Значит, как проходит голосование? У нас этим и физрук балуется, иногда заходишь и не на доске, а на вот этом на экране. Телефон, он обычно не меняется, номер, на который надо послать. Ты посылаешь на определенные цифры, код, да, допустим, или слово. Значит, номер и вопрос, он спрашивает, как прошел типа день, да, и ты ему пишешь, класс, или как настроение, плохо, и на доске загорается, плохо, класс, там, хорошо, смайлики, если ты посылаешь. А у нее все так схематично, значит, тоже на этот же номер, кстати, на тот же самый, он, наверное, один на весь колледж, как я понимаю. Значит, как отличаются мужчины в плане и женщины в плане математических, математики, математических наук. Очень сильно, не очень сильно, одинаково, не одинаково. Проголосовали, там столько-то процентов в классе считает, что это по чтению, по восприятию информации, по этому самому абстрактному мышлению. Ну, в общем, доходим мы до мастурбации, да. Как, типа, мужчины отличаются и женщины в плане мастурбации? В общем, нас проголосовали, что в основном, типа, больше получается мужчины мастурбируют, чем женщины. Но самое интересное началось дальше, когда начали обсуждать, почему. Оказалось, из того, что мы выяснили, ну, в классе мы это обсуждали и говорили, почему мы думаем, что мужчины больше мастурбируют. Потому что, с одной стороны, ну, вот это вот наше... Давайте же обсудим это в комментариях. Я прямо не могу удержаться и представляю уже. Потому что,
ну, общество, так и женщин ставит в такие рамки, что как бы для мужчины вроде как это и нормально, да, но если женщина где-то будет за этим замечена, то это плохо и хорошо. Где? В кафетерии или где? Нет, кстати, учитель нам сказал, что в машине лучше этого не делать, потому что это нелегально в нашем штате. Блин. Все пропало. Ну и дальше стали, короче, обсуждать дальше из-за того, что мужчинам на это нужно меньше времени, чем женщинам, поэтому у них, типа, мужчины меньше заняты, чем женщины. Осталось время после работы, пошел быстренько. На полном серьезе. Траншею выкопал. Девочка одна такая. Девочка одна говорит, у женщин, говорит, много обязанностей, ей надо и по дому, там, и дети, там, и бла-бла-бла. У мужчин меньше, у них, типа, они меньше, наверное, устают. Пока жена посуду моет. В общем, учительница наша, ну, на полном серьезе, что-то все обсуждать, она говорит, да, во-первых, общество очень, говорит, влияет, говорит. Во-вторых, естественно, говорит, если мужчины, говорит, в принципе, могут об этом говорить, считается, что, типа, у них просто они более сексуальны, у них это повышено все это в гормонах, да, им это надо, как бы, типа, они не могут потерпеть, пока партнер там появится на горизонте или еще что-нибудь, им надо разрядка, они, типа, это делают. То женщины ставятся в такие рамки, что об этом стыдно говорить. Подожди, это стыдно, ну, а что, делать. Разве женщинам разве не надо разрядка? Но об этом не говорят так. Вот почему мы ходим на феминиста, чтобы понять, что это нормально, что можно. Ну. Вот, ну, общество так, типа, себя ставит, что это неправильно, что это нехорошо. Вот, а это нужно, хорошо и можно. И, ну, тем более, время свободное, если есть что-нибудь завалить. Так, буду посуду мыть или не буду? Подключайтесь в комментарии. В общем, обсуждаем. Обсуждали мы это до конца класса. Но столько интересных гипотез, почему кто что делает, я еще не слышу. Так, а как класс? В смысле, кто класс? Чем занимается, не обсудили? Нет, а именно кто чем занимается, не обсудили, но я говорю, что учительница предупредила, что когда, по-моему, кто-то и сказал, что мужчинам нужно для этого меньше места или что, как бы, ну что им не нужно там уединяться. Блин, а особо куда-то. Надо вот, то сказали, что она сказала учительнице, что в машине делать не надо. Как-то так день прошел. Не затеяли. Да. А класса по этому уроку не будет? Нет. Отдельно. Что, допустим, меня, как бы, ну, мы воспитаны, ну, я, мы воспитаны в другой культуре, получается, воспитаны абсолютно по-другому. А, и вот еще что учительница сказала, что ни одна женщина, говорит, ну, по крайней мере, говорит, мне не встречалась, которая открыто скажет о том, что она мастурбирует и всякое. Да, мне кажется, никто об этом вообще не кричит. Ну, выходит, что мальчики кричат, если верить девочкам с моего класса и учительниц. Вот. И очень все об этом спокойно говорят, открыто говорят. Девушка вот эта, которая раньше уже говорила, что с ярко-розовыми волосами, она такая прям феминистка-феминистка. Вот это она очень много доводов приводила в того, что у мужчин это все просто, а вот женщине нужно больше места, чтобы там, ну вот она как-то, видно прям она вот, что она борец за идею, в общем, знает, чтобы, да, что... Ну давайте, кто первый рванет, смотри, втроем встали. Ты можешь ехать, ты первая приехала на желтой машине, так, какая теперь я поеду. Вот так вот проезжаются перекрестки нерегулируемые, когда стоит 4 стопа, кто первый приехал, тот первый должен проехать. Ну вот случается, что кто-то любит рвануть, а кто-то хочет пропустить, а кто-то типа замешкался. И вот может возникнуть такая ситуация. А теперь можно еще было бы усложнить задачу, добавить пешехода, да, чтобы там все стояли. Пешехода, который боится идти и которого все пропускают. Тогда да. Маришка это знает, ну, она потому это делала. Потому что я много лет ходила, и я знаю, когда уже чуть ли не с машины выходит и говорит, ну идите. Я говорю, не, я постою. Он говорит, нет, идите. Ну, как-то так. Ну, на этом... Пожалуй, в веселой такой ноте будем заканчивать наш коллежский влог. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки,
обсуждайте последние новости колледжа. Ну, я говорю, сегодня день такой был, с одной стороны, получается, на первом уроке так как бы, ну, весело, смеялись, ну, обсуждали там, некоторые смеялись, когда, ну, типа, что мужчинам там что-то, ну, там место надо туда-сюда, и все хорошо, а женщине надо расслабиться, больше места, все. Но потом, я говорю, меня эти немножко уроки, вот такие, они меня прибивают, потому что действительно лучше о таком не думать и думать, что у всех все хорошо. Давай лучше о веселом, чтобы не грустилось. Да. Так что, если у кого есть свободное время... А еще и место. Не теряйте время и место, да. Ведем себя как дети малые. Да? Ничего, будешь. Мы же бездумные, без этих. Все, давай. Всем пока. У нас от веселья башню сносит. Я забыла тебе сказать туда. Всем хорошего настроения. Вы были на канале, нас услышали. Не лайкайте мой лайк. Присоединяйтесь к обсуждениям. Присоединяйтесь к комментариям. Обязательно подписывайтесь. Не забывайте поставить колокольчик. До встречи. Увидимся в новом блоге. Bye-bye. Пока.